Я думаю, что у человека должно быть несколько важно, потому что мы вообще сложно организованные существа. В моем случае одно важно точно связано с исследованиями, изучением мира. Это удивительная способность нашего абсолютно ничтожного мозга. Это про него рассказывают, что он какой-то распрекрасный, а так-то одно сплошное недоразумение наши мозги. Мы живем на каком-то краю Вселенной, понимаете, в какой-то затхлой галактике, в затхлом каком-то солнечной системе. Вот. И способны познавать мир. В этом есть что-то совершенно невероятное. И даже криво мы его познаем, косо, не та, не ну, как бы и так далее. Но способность к познанию для меня одно из высших удовольствий, поэтому для меня это важно. Другое важное для меня – это создание среды. Я понимаю, что все мы зависим от той среды, в которой мы находимся. Поэтому я считаю, что мы должны сделать все возможное для того, чтобы среда вокруг нас была человечной, доброжелательной, вовлеченной, красивой. И я ее все время хочу сделать лучше. И третье важное для меня – это помочь конкретному человеку. Потому что то, что я всегда делаю как психотерапевт. Я вот не знаю, кто будет смотреть этот ролик, но я знаю, что точно будет конкретный человек, которому это как-то отзовется и будет для него помощью. Поэтому я сижу здесь, и несмотря на то, что дико уставший, не выспавшийся, хочу, чтобы продолжали выходить мои видео, и не только они, и книги, и лекции, и семинары, потому что кому-то это будет полезно.